Простым гражданам работа Межгосударственного совета по стандартизации метрологии не очень-то и заметна. На самом же деле МГС занимается разработкой стандартов, которые используются во всех странах СНГ, в том числе стандартов, обеспечивающих безопасность продукции и направленных на повышение качества жизни граждан. Мы планируем рассмотреть более 50 вопросов в разных сферах. Это и вопросы технического регулирования, и вопросы аккредитации, оценки соответствия, стандартизации. Ежегодно МГСом принимается более 1500 межгосударственных стандартов. Это те стандарты, которые используются производителями продукции для того, чтобы продукция перемещалась без каких бы то ни было технических барьеров, чтобы каждый государство имело возможность взаимопоставлять в страны Содружества ту продукцию, которая нужна нашим потребителям. На предыдущих заседаниях МГС по предложению Российской Федерации были утверждены стандарты в сфере нанотехнологии, по светотехническим изделиям, посредством физической защиты. В этом году участники заседания уделят большое внимание области строительства. Близка эта тема и городу Сочи. 6 лет олимпийского строительства на курорте проходили под девизом «зеленых стандартов», которые позволили региону реализовать новые технологии как в энергоснабжении, так и в экологии. Для Краснодарского края, отмечает вице-губернатор Кубани, это большой шаг в повышении качества жизни. И это еще один повод продолжить данную работу уже в практической плоскости, непосредственно на наших предприятиях, на наших производствах и, естественно, приумножить те достижения, которые сегодня есть у нас в Краснодарском крае. Обсудят в Сочи организацию конкурса на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. В целом же в программе межгосударственной стандартизации до 2015 года запланировано свыше 4000 тем. Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.